В полицию поступило сообщение о том, что вблизи поселка Николаевска совершена незаконная рубка. Совместно следственно-оперативные группы выехали на место. В лесном массиве обнаружили самодельный прицеп, груженный древесиной. Совместно следственно-оперативные группы сделали осмотр места происшествия и вызвали служебный автотранспорт для транспортировки древесины для хранения. Когда автомашина подъезжала, мы совместно с оперуполномоченным выдвинулись навстречу и по дороге услышали выстрелы. Также подойдя, увидели, что неустановленные лица разбили служебный автотранспорт, лобовое стекло и зеркало. Подойдя к ним, мы увидели, что данные лица все были вооружены камнями, палками и наносили сотруднику полиции побои. Злоумышленники с угрозами бросились на нас, на требование прекратить свои незаконные действия не реагировали. Трое из них, вооруженные палками, камнями, направились в нашу сторону, чтобы пресечь групповое нападение на сотрудников полиции, а также за владение огнестрельным оружием. Мною было принято решение применить огнестрельное оружие. Вначале произвел два предупредительных выстрела, а затем по ногам одного из нападавших. Двое других продолжили движение в мою сторону. После предупредительных выстрелов также произвел выстрел ниже колена, чтобы нанести минимальный урон жизни и здоровью. Когда групповое нападение было отражено, мы сообщили в дежурную часть и начали оказывать помощь.